Так, ну что, всем доброго утра. Как у вас там все дела? Пару слов скажу. Год идет кровопролитная война, устроена Путиным в Украине. Войну встретил я в Тбилиси. Я приехал в Тбилиси, и через два дня началась война. Неделю я выходил из дома только для того, чтобы пойти на Руставели, на площадь перед парламентом и поддерживать украинцев. И так продолжалось два месяца. Мы встречали первых беженцев. Я видел детей. С глазами полными слез. Родителей в отчаянии. Чешут страхи. Это ужасно. На страну, в которой живут мои братья, напала страна, миром которой я являюсь. Это трудно было осознать. Я начал общаться с коллегами, со своими учениками, последователями, людьми, с которыми мы начинали. Кроме как непонимание, агрессия, издевательство, откровенного вранья, я не встретил на своем пути. Не только ни одной капли сожаления, агрессия, маты, обвинения. Я понимал, что они тоже боятся. Чего? Чем россиян так запугали? Чем они были так напуганы? Потом я посмотрел Путина. Сказал, мы это сделали, потому что на нас готовилось нападение. То, что с 2014 года он поддерживал боевиков в Украине, которые хотели захватить, которые захватили, собственно говоря, под руководством Путина Донбасс и Луганск. И Украина их жалела. Мои братья говорили о том, что это наши люди. Да, сейчас они чем-то там обусловлены и не понимают. И когда говорят, что Украина бомбила Донбасс, это вранье. Год после Олимпиады я ехал из Москвы с своей девушкой в Сочи. Я видел все эти бронемашины, военную технику, которые двигались по Ростовской трассе и повернули в сторону Украины. И мне не надо было никаких подтверждений тому, что Россия начала там войну. Так вот, война длится с 2014 года. Россия постепенно захватывает территорию Украины. Сейчас она убивает людей. Хочет сделать из них рабов. Этого не выйдет. Этого не выйдет. Украина победит. Украину поддерживает весь мир. Весь. Потому что Украина и украинцы на стороне света. Вы посмотрите, что творится в России. Поменять честь на еду, деньги, дотации, которые Путин там периодически подкидывает, на которых невозможно выжить, только поддерживать штаны. Российские пенсионеры выжили. Два года до того, как я приехал сюда. Я жил в Москве, я видел это все. Я работал на хлебокомбинате.
Я работал на птицефабрике, я работал в такси. Я делал работу, о которой я чуть позже расскажу. Я готовил этот свой проект. Что это проект, который называется «Эпицентр». Это проект о свободе. Это проект помощи не только тем людям, которые употребляют алкоголь, наркотики. Это помощь тем людям, которые потерялись, перестали чувствовать себя и других людей. С каждой минуты я чувствую, что мой проект набирает силы. Об этом чуть позже, но сейчас я хочу выразить свои соболезнования всему украинскому народу. Мы каждый день подтверждаем. Сегодня каждый человек, который поддерживает свободу Украины. Слава Украине! Слава героям! Сакартвело, Гоу Марчес! Да здравствует Грузия! Спасибо за